Ребятки, всем доброе утро! Доброе весеннее утро! Так, сейчас я жарю котлетки. Котлетки у меня курино-рыбные. То есть фарш у меня куриный плюс рыбный. Так, на гарнир у меня макарошки. И получилась у меня целая сковородка котлет. Посмотрите. Посмотрите, сколько много. А сейчас буду завтракать. Заварю себе кофеечек. С молочком, конечно. Сделаю бутербродик с котлеткой. Ну что же, ребятки, буду завтракать. Всем приятного аппетита и мне тоже. Так, вот сейчас я иду в Инвиво. Хочу узнать, здесь сдают ПЦР-тест. Надка сказала, что лучше сдавать в Инвиво, чем в Олимпе. Сейчас надо зайти и спросить. Или надо бахилы надевать, да? Вот, девушка, не знаете? Бахилы надо надевать? А где, кто здесь сидит? А? Вот, надела бахилы. Хочу пойти спросить. Так, интересно. Напротив. Сатпаева, это возле чего? А, проспект Джамбула, 18, да? Хорошо. Касса здесь нет, не делают. Так, ну вот я приехала в телецентр. Здесь где-то находится телецентр. Только я не знаю, это где находится. Так. Надо спросить. Ну вот смотрите, ребятки, кто хочет посмотреть наш город, вот смотрите, это район телецентра. Вот здесь находится оптомаркет, гипермаркет, смотрите. Так. Здесь вот перекресток, мне надо перейти дорогу. Так, и там вот дальше, вот смотрите, Сауда Арталыры написано. Вот мне, по-моему, вот туда надо. Ну что же, я пошла. Машинку я здесь оставила. Вот, ну пусть она стоит здесь, а я пойду пешочком. Первый раз сама здесь. Первый раз, в смысле. А так обычно муж довозит. Ну, а я вот так вот сама решила сходить на разведочку. Осторожно надо. Машинки везде. Машинки, машинки. Погода сегодня отличная. Настроение бодрое. Когда выйдешь на улицу, так хорошо. Ребятки. Да, там вот Диана. Да-да, вот это, по-моему. Это, по-моему. По-моему, это и есть. А здесь вот салон штор. Смотрите. Евромебель. Там дальше точно ресторан Версаль. Ресторан Версаль. Так, вот здесь снег еще не растаял, довольно-таки скользко идти. Так, ну ничего я не вижу здесь. А, вон написано прям, Инвиво там.
я не там припарковалась. Ну ладно, будет с ним. Прогулялась пешочком. Прогулялась пешочком, да. Ох. Такое движение здесь. Смотрите, оживленное. Так, перехода нету. Переход там в начале. Но придется отсюда перейти. Не, отсюда, наверное, невозможно перейти. Надо пойти на пешеходный переход. Да, а пешеходу строго надо. Так, ну вот смотрите, здесь образовательный центр, мусульманские товары, медикаменты. Напротив там вот какой-то дом мебели, да. Дом мебели, здесь аптека. Так, центр кредит. Вот там Инвива. Так, а как же мне здесь попасть? Так, внизу здесь. Внизу все магазины здесь. Вот, наверное, отсюда, скорее всего. Так, вот, да. Ну все, ребятки, я узнала. Оказывается, делается ПЦР-тест. Здесь именно в Инвива надо. Потому что Натка сказала, кто улетает в Дубай, именно надо вот в Инвива или А-клиник. И результат будет только через 2 суток. Но за результатом надо прийти в эту клинику. Потому что это делается на бумажном носителе. Или могут они самое отправить на электронную почту. Но я думаю, на всякий случай надо, конечно, и на бумаге тоже взять результаты. Вот. Так что придется мне тест делать в Алмате, ребятки. Ну, а сейчас я еду на работу. Ну, в общем, у нас здесь ПЦР-тест в Инвива стоит 7500 тенге. Вот. Подешевело. В прошлом году было 17 тысяч. Вышла такая. И как, короче, вернулась и говорит, мне брови кривые, говорит, сделайте как мне друг, типа, отдайте мои деньги. Ага. Я говорю, как мы вам деньги можем вернуть? Во-первых, говорю, хозяйки нет, а во-вторых, у вас коррекция бровей хорошая. Типа, нету там ничего, то, что она говорит. Такая... Верните брови, да? А вы бы сказали, давайте брови ваши назад. Я ей сказала, через месяц ваши брови вернутся. Короче, она такая злая. Ну, не было там, честно, было все нормально у нее. Просто захотела это бесплатно, чтобы ей сделали. Думала, есть такие, да. Мы тут рожали прям. Она говорит, представляете, суки, чтобы все сдохли. И что там выходит? Примерные данные, короче, выходят. Тоже скрининг? Да. Тоже, короче, так же. Скрин делает, отправляет. Тот уже не может, короче, вон, быстро как в эффекте получаешься ты. Ага. Быстро уходит. Ну да, когда народу много, там да? Не разглядываешь. Вот так там. Быстро делают. Отправил, не отправил. Да, они, оказывается, скрином делают. Еще берут вот так вот, короче, тоже вот в Ютубе смотрела позавчера. С депозита своего она скидывает себе же деньги. И потом вот показывает, вот типа перевод. Раз перевод показала, быстро уходит. Да, но это надо поэтому внимательно. Поэтому надо, да, обязательно смотреть чек, обязательно. Не говори. Я раньше тоже чек никогда не смотрела, но теперь... В основном все приходят, этот перевод делают. Да? Перевод? Наличкой редко кто у нас. Чек сейчас обязательно смотрите. Да. Ой. Ну все, сделала маникюр, вот смотрите, вроде бы так ничего, интересно, вот такой дизайн. Пошла на работу. Сегодня у меня пришла новая девушка, женщина, работница. На улице все тает. Посмотрите, сосульки какие висят.
работаем нормально. Ну, девчата, посмотрите, какое платье мне лучше взять с собой в Дубай. Или вот это, вот смотрите. Вот. Я его отрезала. Вот смотрите, подклад тоже подкоротила. Вот так подклад выглядит у меня. Зачем мне длинный подклад? Вот, все будет легче груза. Вот смотрите. Или вот это. Или лучше это. В общем, я в раздумье. Я в раздумье, не знаю, какое платье взять. Ну, хочу именно длинное взять. Потому что все-таки арабская страна. Будем ходить по торговым центрам. Ну, у нас там, в нашем районе, на пляже, можно, конечно, и в коротком походить, и без рукавчиков. Но в городе надо надевать что-то более вот такое вот удлинённое. Вот смотрите, ребятки. Посоветуйте, что мне лучше взять. Смотрите. Посмотрите. Ну, это вообще легкое-легкое платье. Это вот холодец. Или то взять. Короче, я не знаю. Я не знаю, девчата, что вы мне посоветуете. Прислушаюсь к вашим советам. Смотрите, сегодня сделала вот маникюр. Вот такой, посмотрите. Здесь втирка. Вот так. Вообще-то белый вот такой вот маникюр. И вот втирка идет. Серая с розовым. Ну, мне кажется, ничего, да, выглядит. Очень даже симпатично. Вот, смотрите. Видите? Вот такой маникюрчик у меня сегодня. Купила я сегодня кровяную колбасу. Вот такую. Фунде. Хочу взять детям в Алматы. Посмотрите. Обожаем такую колбасу. Ну, возьму, половину возьму в Алматы. А это чуть меньше половины покушаем. Посмотрите, сколько я взяла. Вот такая кровяночка у нас стоит 2500 тенге. Вот, посмотрите. Ее попаришь и кушаешь соей, жидкой соей. Прям, ребятки, очень вкусно. Вот иногда вот так себя балуем.